Итак, здравствуйте, подписчики Огжимуна. В общем, сегодня у нас будет ресторан ужасов 2, который делался ёбаный год, потому что я забил. В общем, вот такой стишок. Вышел Диматроныч на крыльцо, новую карту сделать. Сунул в мозг руку, нет идей, так и забил на карту. Но Огжимун мне помог спустя год доделать эту карту, потому... А я, ёбаный лентяй, ее так и не сделал, но он мне помог. И теперь эта карта готова, и, в общем, сейчас будем ее снимать. Погнали. Короче, суть игры такова. Мы хиллер, мы должны убить менеджера. Давайте искать предметы. Так, мусорку нам надо залезть. Ага. Забрать котик специальный. Мы сейчас приехали как раз в ресторан. Здесь я никого, по сути дела, не должно быть. Давайте входить через код черный. Так, нужно тут открыть, как я понимаю, вентиляционный ход. Все, мы в своей комнате охраны находимся. Давайте. Открываем шахту. Вот она открылась. Так, тут есть камера. Давайте сразу же назад тестируем. Хорошо. Давайте в камеру вторую. Так, тут нам надо будет кассу открыть. Ага, это так, на ресторан весь. Давайте камеру... третью. Так. Это у нас кухня. Хорошо. Это самое большое окно вообще, которое находится в камерах. Ладно, давайте четвертую камеру. Щелк. Так, смотрим. Так, это у нас... Ага. Около второго этажа. Хорошо. Давайте вообще выходить с камеры. Так. Дверь это пока что закрыта. Потом что-нибудь найдем, чтобы открыть ее. Итак, лезем сюда. Так, лезем сюда. Так, это охранник, он спит. Так, здесь нужна ключ-карта его, ага. Тогда давайте мы у него украдем ключ-карту, пока он спит. Так. Все, украл у него ключ-карту, открываем дверь. Вот, все. Мы теперь можем не ходить по люку, а просто открыть эту дверь и все. Отлично. Давайте искать предметы в этом ресторане. Итак, это тут окно выглядит. О, сразу нашли ключик. Отлично. Это то самое, блин, окно, которое я тебе вам показывал. Вот это самое большое окно, которое вот отсюда вот так вот делится. Это на всю улицу вид вот. Красиво, не правда ли? Как я понимаю, этот свет только днем открывается и убирает все эти фонари. Так, здесь нам потом нужно будет кассу открывать. Хорошо. Здесь нужен красный ключ. Идем открывать сейф. Открываем сейф. Забираем красный ключ. Все, давайте заходить. Так, здесь нужен зеленый ключ, чтобы забрать голубую карту. Так, тут вентиляция. Вот это тот самый второй этаж. Здесь квест «Пираты Карибского моря». Так, тут еще комната есть. Вот тут еще одно окно. Это парковка. Ладно, давайте зайдем. Так, сюда автомат. Это камера. Мини-игра первая. Короче, я рассказываю предысторию. Тут Диматроныч каким-то образом сделал свет смерти. Если сюда заходишь, то тебя игра будет выкидывать. Вот кикать, короче. Я не знаю, я 10 минут удалял этот свет. Он тоже удалял.
эти патроны, все, ну, мне немного помог. Ладно, давайте подходить, хватит спойлеров. Вот это... Так, все. Так, они бегут за мной, нам надо активировать эту кнопку, чтобы они шли. Все. Они застряли все. Вот этим пультом мы открыли эту штуку. И они теперь застряли тут все. Смотрите, сборище. Сборище типа. Сборище бабушек. Ха-ха-ха-ха. Ну ладно. Давайте проходить. Сюда. Итак. Опрос-ответ. Сколько планет в Солнечной системе? Конечно же. Сколько планет? А? 8. Давайте поссорим на неверный ответ. А, тут будет просто стенка. Да, я все верно. Сколько океанов на Земле? 5, 4 или же... А тут непонятное число. Сколько океанов? Правильно. 5. Тут 3. А это 4. Но они тоже закрыты. Чего ты хочешь? Смерти, проигрыша или победы? Смерти. Ого, нам ключик выдали. Давайте тогда мы выделим победу. И тут мы посмотрим на проигрыш. Проигрыш закрыт, мы идем в победу. И покидаем игру. Игра простая. Забираем ключ-карту. И открываем ей кассу. Итак, касса открылась. Забираем эту штуку. Этой штукой мы откроем автомат. Забираем зеленую ключ-карту и открываем... туалеты. Так, здесь нам нужно предметы искать. Здесь пусто. Хорошо. Здесь тоже пусто. Это туалеты. Тут ничего нету. Вот тут ключ-карта находится. Хорошо. И тут она вот респавнилась. Ну ладно, давайте сначала в мини-игру зайдем. Вентиляция, так. Вторая мини-игра. Ага. Это гараж. Хорошо. Так, а это... Так, а это паркур. А там черт стоит. Бабку убивай его, он плохой. Молодец. Сделал доброе дело. Итак, проходим сюда. Опа, охранник. Ну ничего страшного, мужик киллер, мы его сейчас убьем. Все, давай, охранник, баю-бай. Спи. Так, открываем. Динамитом эту штуку. Нужно доскашил пройти. Хорошо. Ого! Что он тут делает? Я не знаю, он в своей больнице находится. Ну ладно. Забираем кость. Записка. 4. Змея пьет кровь твою. 4. Значит, это кот. Змея пьет кровь.
кровь твою. Змея. Твою кровь пьет. Змея — это твоя шестерка. Оно змею означает. Это такая головоломка. А это песик. Все, даем ему кость. Заходим в храм. Я второй, и я правый. Раньше была хрень, что тут написано было прав. И тут было непонятно, то есть я прав, то есть это истина, либо я правый, но тут правый. То есть это цифра 3. Цифра 2 и 3 сразу же спалились. Из кода, хорошо. Тут надо бензин, чтобы открыть эту машину. Так, тут еще одна записка. 1. Посчитай, сколько кровать на втором этаже. Кроватей было всего 9. Как я помню. Их всего 9. Так, бабка мешается очень сильно. Бабка, отдохни, пожалуйста. Код таков. 2, 3, 6, 9. 9 кроватей всего. Все, дверь открылась, забираем канистру и отталкиваем машину грузовую. Все. Забираем доску, чтобы забраться туда. А тут, кстати, раньше... раньше был труп какого-то скелета. Но Дима Троныч, у него не было, идеи у Дима Троныча, он не добавил его. Ха-ха-ха-ха-ха. Так, все у нас тут... Все, заходим сюда. Так, все, сюда заходим. Прыгаем. Открываем эту дверь. С помощью артерели. И все. Опа, тут черт какой-то. Так, активирую. Бежим. Бежим. Это он в кране работал. Все, бежим. Это еще не победа. Да это понятно, не победа. Ты еще не устал? Нет, я не устал. Все, бежим. Держи подарок. Хорошо, подарочек. Все, закрываем все двери, чтобы меня никто не увидел. Все. Бежим. Покинуть игру. Да, покидаем. Так, открываем эту дверь. Так, это туалет, это вентиляционный люк. Ищем. Так, вот ключ розовый. Забираем. Тут его респаун был только. И все. Вот и все. Открываем эту дверь. Мы выходим на улицу. Вот тут окно. Вот тут парковка. Ресторан жираф. Роемся в мусорке. Так, это все отходы. Вот все. Нам нужна паяльная лампа. Чтобы открыть игру Капитан Карибского моря. Вот эту игру открыть. Все, бежим. Камера 4. Все, мы открыли. Вот, дверь тут открылась. Поезд Капитана Карибского моря. Так, это тут кораблик. А это тут Пеппер. Но он уснул. Так, дай билетик капитану, и на квесты попадешь. Это капитан Пеппер. Вот билетик. Вот билетик, возьмите. Так, вот кораблик весь. Вот дерево, вот тут вентиляционная шахта, через которую мы скоро попадем. Вот, третья мини-игра за штурвалом. Это последовательность. Код 121. Это первый код, как я понимаю. Так вот, нам надо трубу перегреть. И не касаться потолка, потому что он горячий. Физика, покинула чат. А если мы сюда нажмем, то у нас... Я сейчас ничего жать не буду.
Потом покажу. Один, два, один. Вот так выглядят комнаты. А сейчас мы будем нажмем что-нибудь. Вот. Если мы это нажмем, то у нас будет вот такое вот. Вот такая вот вещь. Вот, типа вода появилась. Какая-то трава вот. Это за кадром вот такая вот трава. А это лес. Это просто лес. Это лес. Это лес. Нажмем, а потом на неправильный жмем. А ничего не произошло, вас обманули. Ха-ха-ха. А что будем вести? А что будет, если я на эти нажму? Гениально, дверь даже не убралась. Так, тут-то тогда вода включилась. Бегаем. Так, код 4268. Так, вот еще один сидит. Приспешник корабля. Но мы его сейчас завалим. Все, хана ему. Так, код 4268. Все, код активирован. Заходим сюда. Так, вот тут вся эта труба. Срочно перекрываем все трубы. Но мы можем сюда еще нажать. Нифига, сколько тут всего. Много монстров, но нам не страшно это. Все, это плот. Это вот плот называется. Мы на нем и уедем, когда откроем эти ворота. Сюда. Ни хрена, сколько тут монстров. Бегаем. Все, мы открыли специальную штуку. Теперь мы вводим кнопочный код. Чтобы у нас открылось эти ворота. Так, вводим такой код. Вот, ворота открылись. Теперь нажимаем сюда и мы отчаиваем. Забираем быстрее и сюда давайте, на плот, давайте, на плот. На плот, все. Уехали. Теперь заходим сюда и открываем. На кухню, все, мы открыли. Вот такая просторная кухня. Но. Здесь можно выключать и включать свет. Вот, кстати. Ха, баг! Ты тупо не подцепил эту штуку. Ну ладно. Ха, баг! Ты тупо не подцепил эту штуку. Ну ладно. Это морковочка. Так. Тут все. Так, мы еще одну штуку не протестировали. Вентиляционные проходы. Сейчас мы возьмем гаечный вот тут ключик. Так. Сразу открываем этот вентиляционный вход и заходим сюда. Все. Погнали. Так, открываем этот код. И мы здесь будем. Хорошо. Это у нас на второй этаж вентиляции, но мы будем здесь находиться. Так. Этот выход куда ведет нас? Ага, этот выход нас ведет сюда вот.
Так, это ведет в сам ресторан. А этот проход ведет на улицу. Кстати, раньше вообще не с улицы был как раз воздух. Не отсюда началась вентиляция, а сразу снизу. То есть люди дышали именно этим вот этим вот воздухом. Конечно, дверь всегда закрывали вот эту вот, и тут дышать было очень плохо. Хорошо, что мы подумали по логике так сделать. Так, карабкаемся на второй этаж. Можем даже сейчас прыгнуть отсюда. Вот так вот. Так, карабкаемся сюда. Так, а это ведет на парковку. Давайте сюда пойдем. А это ведет в туалет. А это женский туалет. Так, давайте сюда спускаться. Это проход на кухню. Мы еще через него пройдем. Подождите. Так, мы сюда еще не ходили. Итак, это капитаны Карибского моря. Мы сюда ходили. Итак, все. Бежим на кухню. Все, на кухню, давайте. Пух, все. Все. Идемте сюда. В морозильную камеру. Морозилка. Это вентиляторы тут дуют, хорошо. Ой, какой, какой кайф. Так, ладно. А ну что? Стой! Полисмен проснулся уже. Все, пусть он там сидит. Фух. Ну все, посиди там. Вот ты попался. Короче, все. Это вот морковка у нас. Нам она. Так, это, проще говоря, секретный проход. Сюда в морозилку. Это офис. Советник был. Давайте через секретный проход пройдем. Библиотека, блин. Такой секретный проход связан. Так, а это подземелье. Давайте. Тут, наверное, менеджер как раз и находится. Давайте его убивать. Вот он, менеджер. Все, конец тебе, менеджер. Вот ты и попался. Короче, себя прострелил и менеджера прострелил. Миссия провалена. Сука. Ну да, с этого угорает. Нет. Застрелил киллера. Так. Бра. Все. Вот и лужа крови. Так, давайте его компьютере взломаем специально. Потому что у нас такая миссия. Сейчас будем его компы взламывать и всю систему находить. Пересылаем нашему боссу все. Все секретные информации. Все. Все, он теперь мертв. Так, давайте в секретную пиццерию пройдемся. Здесь и секретная пиццерия, как я слышал, находится. Давайте. Ого! Нифига, где мы находимся. Давайте посмотрим. Обалдеть. Ну ладно, давайте вот сюда теперь пройдемся. Давайте откроем эту дверь сюда. О, ё-моё. Давайте выключим этот свет. Ладно, давайте пройдемся просто по пиццерии. It's me. Пасхалка на FNAF 1. Это, похоже, пиццерия сама из FNAF 1. Это кладовка у нас. Так, это у нас кладовка, это бухта Фокси. Так, тут у нас что-то еще находится. А давайте по камерам проследим. Зачем мы будем ходить? Сначала давайте по камерам проследим. Так, это вентилятор у нас. Давайте по камерам проследим. Так, Чика и Бонни стоят на сцене.
Так, назад, это назад. Ага, все, не буду жать назад, это назад. Так, комнату для обслуживания. Тут-то пусто у нас, ребят, пусто, пусто. В обеденный зал. Давайте мы зайдем на кухню. Она кухня вообще пустая. Сама по себе комната. Потому что его в ФНАФе даже нету. Первым. Так, Golden Freddy бегает. Ага. Ну ладно, давайте, ребята, зайдем в туалет. Так, тут и никого. Давайте в туалет вот этот вот, в эту кабинку. Нет, назад. Тут не... В обеденный зал. Так. О, Golden Freddy ко мне бежит. Ага. Ну ладно, давайте, ребята, выйдем, наконец-таки. В пиццерию, хорошо. Секрет... А, они даже дружелюбные, ребята. Смотрите, Фокси пошел, он дружелюбный, ребята. Ладно, давайте, так, бухта Фокси тут работает. Запчасти обслуживания, ладно, там. Тут-то ничего нету в запчастях и обслуживаниях. Давайте аниматроников выгоним со сцены. Чего вы тут стоите? Давайте, идите все. Давайте, идите. Идемте, аниматроник. Так, давайте пройдемте на кухню. Мы тут уже были. Тут-то ничего особого нету. Давайте сюда пройдемся. Тут-то бывает аниматроники застревают, как я слышал. Но тут ничего нету. Давайте зайдемте в туалет вообще. В туалете пусто. Выросла капуста. Golden Freddy, ты что там делал? Фу, весь туалет засран. Фу! Не стыдно! Ай-яй-яй. Ой-ой-ой, что вы творите здесь, а хулиганы? Ну ладно, давайте, ребята, откроем безопасную комнату. С кем? Правильно, кто убийца детей? Кто их посадил в эти костюмы? Правильно, Спринг Бонни. Что ты тут делаешь вообще? Иди отсюда, ты вот что тут делаешь? Ну-ка, иди отсюда. Заколебал, иди отсюда. Так, все, давайте. Ща я его затолкал, он слишком жирный. Он, похоже, этих детей наелся, и все, он такой жирный стал, короче, ребят. Все, давай. Капец, вы что тут творите? В офис пошли вообще мой. Ай-яй-яй. Чика, ты зачем в моем офисе была? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, что вы творите здесь? Толкай меня. На кухне тоже никого, где он? Ха-ха, Golden Freddy. Дубль 2. Так, вот все аниматрони... Пилили. Что? Что с Фредди? Ему голову отпилили. Капец. Короче, ты на монтаже вставь, где у него башка есть. Капец. Ладно, давай я выпущу Спринг Бонни. Тупо бошку ему открутили. Пилили. Что? Что с Фредди? Ему голову отпилили. Капец. Эти аниматроники. Я сейчас Спринг Бонни позову, чтобы он их убил. Спринг Бонни, давай. Молодец какой. Давай их всех зарежь. Убей их всех. Спринг, ребята. Фредди, наконец-то поймёт. Кто? Вильям Аптон, кто? Вильям Аптон всех убивает, ребята. Шок! Не убивай меня, я хороший охранник. Пиццерия. Капец, ребята, вы видели? Спринг Бонни убил всех. Давай. Давай, беги. Хоп. Давай, беги от него, он плохой. Капец, ребята, вы видели, Спринг Бонни всех убил. Охренеть. Фредди, давай. Фредди, покажи ему, кто такой сильный человек. Давай, беги, Фредди. Фредди, давай.
Ё-моё. Чё за веселуха? Бонни всех убивает. Бонни убил. Прикинь, убийца не может убить какого-то Фредди, который в туалете застрял. Ой-ой-ой, Фредди убили. Так, он Чику убил. Бежим! Прячемся в офисе, бежим! Прячемся от этого поганого зайца. Ха! Прячемся от этого электроника. Капец. Обалдеть. Все. Охренеть. Опять вместе. Сбегаем за кулисы быстрее. Так, зайти за кулисы, все. Фух, сбегаем с этой пиццерии ФНАФ. Фух, зачем мы ее вообще построили? Боже мой, я вообще напуган. Все, ребята, бежим. Полностью все, миссия готова. Сбегаем отсюда. Все, лес надо идти к машине. Все, поехали. Вообще, это смысл в том, что менеджера типа не было. И на самом деле мы просто так приехали приключения на жопу получить. Все, видео закончено. Всем пока. О, всем пока.